Жители Таджикистана скоро начнут платить дополнительные налоги за использование таких мессенджеров, как WhatsApp и Viber. Таджикские налоговики в ближайшие месяцы предоставят законопроект на одобрение правительства о налогообложении голосового трафика мессенджеров. Об этом журналистам сообщил председатель налогового комитета Таджикистана Насратулло Давладзада. Речь идет о взимании платы у населения за предоставление дополнительных услуг, а именно при использовании голосового трафика мессенджеров. Отметим, что сегодня, как и во всем мире, в Таджикистане быстрыми темпами растет популярность различных мессенджеров, которые привлекают людей как экономией, так и безопасностью. Особенно это актуально для жителей стран Центральной Азии, миллионы из которых находятся за границей в трудовой миграции и не имеют другого доступного способа поддержания связи с родными. В прошлом месяце налоговый комитет потребовал у операторов мобильной связи посчитать каждую минуту разговора абонентов через Viber, WhatsApp, IMO и другие мессенджеры и в соответствии с этим платить налоги в бюджет. Ведомство также потребовало у компании мобильной связи повысить тарифы на звонки через мессенджеры, которые были запущены вместо сети следующего поколения Next Generation Network NGN. Стоит отметить, что согласно анализу Всемирного экономического форума ВЭФ Global Competitiveness Report, Таджикистан входит в число стран мира с самым высоким налоговым бременем, которое обычно бывает только в странах с высоким уровнем доходов населения. И это при том, что в Таджикистане средняя заработная плата в больших городах равняется 100-120 долларам в месяц, а в маленьких городах или в селах 60-80 долларов в месяц. Кроме того, вводя данный налог, власти, кроме прямой экономической выгоды, очевидно, ожидают достигнуть и внутриполитические цели, а именно снижение активности в неконтролируемом ими сегменте интернета. Ведь ни для кого не секрет сегодня, что революции в мире последних десяти лет начинались именно с призывов в интернете, в социальных сетях и мессенджерах.